Делаем. Да, понятно. Вставайте. Так, трава есть. Да, большое течение. Вот так будем сегодня плавать под нагрузкой. Надо кверху доплыть. Алексей кверху пошел. А я вниз схожу. Потом буду подниматься. До обеда сходим на озеро. И ближе к обеду к Алексею наверх поднимусь. Ну ладно, теперь очередь моя. Привет, друзья! Сегодня мы снова на рыбалке на реке Летка. 9 мая 2023 года. Спешу вас поздравить с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Желаю всем здоровья, мира и добра. Ну а мы решили этот праздник отметить, как обычно, по своей традиции. Отметить выходом на реку. Как вы видите, река опять. Река полноводная. Но душа не терпит, хочется рыбалки. Ельчик попался. Черви банки частично задохнулись. Сейчас мы их подкормим. Пускай работу свою делает. Выполняет. Приваживает рыбку.
Алексей звонил. Говорит, ельчики, носорожки ловятся, но очень редко. Ложу червя на дно. И под берег его. Вот так. Устроился тут на таком вот крутом берегу. А, кстати, дед там ходит на противоположном берегу. Костер жжет. Так, теребит. Теребит, теребит. Ой, как бы мне не свалиться. Ей-богу. Мимо. Что-то не клюет. Ой. Я засмотрелся. Ох. Там что-то дергает. Подождем. Ну, блин, пролил кружку. И так чая-то мало. Нет, тишина. Ладно, проверять надо. А не тут и сидит. Ух ты, ельчик. Ельчик, ельчик, друзья. Хорошо. Засекся сам. Ух, какой боец сильный. Небольшой, смотрите, какой сильный. Цевье короткое. Череп только толком не прокалывается, не насаживается. Но зато подсекается рыбка сама. Свалился с елки на мою голову шмель. Молодец, взлетел. По своим делам помчал. Да, весна, весна. Ельчик. Пойдет. Дед что-то сидит на берегу, пригорюнился. Домой, что ли, уже хочет. Скучно ему одному. Разбежались мы по разным углам. Так. Все-таки на удочку в руках держи. А он не любит этого, чтобы одному сидеть. Скучает он. Ельчик. Ельчик, ельчик. Хороший ельчик, шершавенький. Возьмем. Залезай в копилку. Давай, 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 родимая, заглатывай.
друзья, соруга. Сорожка небольшая. Ну, пока я отправим в кан, я думаю, мы ее отпустим позже. Ельчик мелкий попался. Беги домой. Опа. Уже хороший ельчик. Хороший ельчик попался. Берем. Берем, берем. Давай в копилочку. А нет, сидит. Сидит, 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 сидит. Оп. Тоже неплохой ельчик. Какие-то не светлые. Хороший крючок. Цевьё у него загнуто. Так, давай в копилочку. И он сам подсекает рыбу. Вот смотрите, крючок с коротким цевьем. У него жало изогнуто. Давай, 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 давай. Пошла. Ух, мелкая. Мелкий ельчик. Такой мы отпустим. Хорошо на утоп взяла. Осторожно, не повредить тебя. Плыви. Ух ты. Предлагаю вам сделать передышку. Сходить к Алексею. Час назад он зашел на берег и ушел чуть ниже по течению. Пройдемся до него, посмотрим, чем он занят, как у него дела. За одним ноги маленько размять. Нормально она, что у нас? Какой пакет-то модный. Да, в прошлый раз где-то стырил. Ельчики такие хорошенькие, да? Такие поклевывали раз полчасами. Я бы сидел на себе. А, так еще окунь тут есть? Так я тебе окуня поймал. Я себе. Что, тоже хорошенький, да? Где-то еще зацепился, а паразит там это за какой-то куст. Тягал, тягал, ну ничего. Он выпрыгнул, короче. Ему убился. Че, нормально? Ой. О, пожевали. Сладенький. Да, все уже. Короче, уже пожевали, можно глотать. Друзья, сорогу поймал. Причем неплохую. Как раз поклевку видел. Выключил камеру, думаю, перезакину. А там сорога родименькая. Так,
кто-то попался у меня хороший. Не сойди. Пожалуйста, как только его брать. Сорога. Ох, сорога, друзья. Сейчас выйду немножко. Фух. Вот это уже действительно сорожка, так сорожка. Красота. Заглотила хорошо, по-настоящему. Хороша сорожка. Побегай в копилку. Есть. Есть, есть сорога. Тоже неплохая. Возьмем. Сорожка. Ну, такую маленькую мы отпустим. Такую мелкую мы отпустим. Заглотила-то как. Хорошо. Ладно, побегай. Ну, топ, ну, топ. Пошло. Ельчик. Где ты? Куда? 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 Ты пропал. Вот он, дорогой. Тут хороший. Окунь, похоже, друзья. Эх, как его достать еще. Достал я его. Без подсака даже. Вот эта вещь, друзья. Так, окуня мучить не будем. Сейчас поводок отстегну. И другой повешаем. А этот дома вытащим. Экстратора у меня нету. С собой нет. Зачетный окунь. Так, давай в копилочку. Ну что, друзья, пора заканчивать рыбалку. Сегодня рыбалка с берега 2023 года в мае. Я доволен. Наловился досыта. И мелочь, и покрупнее. Вот. Заходите на канал Рыбалка 43, и удачи будет с вами. Всем пока. А мы едем домой. Собираем вещи. Пришло время показать наш улов. Да. Но это у нас с дедом вместе. Это тоже растет, ну-ка. Да, и окунь тоже. Ухня тоже. Обухожки все, да. Да, вот. Да, тоже сорога хорошая. Иду тоже. В общем, рыбка есть. Да? Ой! Больше день удался. Ой, прелестно.